И что же в это время говорят по телеку? По телевизионным новостям в это время рассказывают об ужасных страданиях, но не россиян, а европейцев. Ведь у них подорожал бензин. Все в таком шоке, что уже ничего не говорят. 2 евро 20 центов за литр, скачок на 20%. Теперь люди пересаживаются с автомобилей на скутеры, а кто-то и вовсе собирается отказаться от транспорта. О нет, вот так беда. Раньше они тратили 2% своего бюджета на бензин, а теперь будут тратить 2,5%. Как же они пострадали! Наши граждане, конечно, с голоду умрут, но это еще ничего. Главное, что европейцы пересаживаются на скутер. Дорожает бензин и в США. Там его продают уже по 5-6 долларов за галлон. А вот в России в некоторых регионах ценники на АЗС даже снизились, чего еще никогда не было.